И снова всем welcome, это снова я, DNGP. Я нахожусь на том же самом месте, где я снимал обзор на свой байк. И сегодня расскажу по прошествию 2 лет, что же с ним, какие изменения, как он вообще себя чувствует. В целом вообще о опыте эксплуатации японского байка Suzuki Swish 125. Сегодня единственное только, что погода не очень. Хотелось бы, чтобы было посветлее, солнышко светило, но тайфун пришел, поэтому записываем как есть. Как видите, байк совершенно не изменился. Выглядит он абсолютно так же, как и был, когда я его покупал. Я сюда ничего не устанавливал, ни кофра заднего, ни ветровик. Единственное, что я сюда поставил, это навигатор, ну как крепление для телефона, но оно оказалось слабым, видимо пластик плохой или уже старый стал, видите, обломился здесь на кронштейне, поэтому придется искать новый. Ну, на данный момент я думаю либо сделать самому такой же кронштейн на 3D принтере, либо купить новые крепления для телефона. Байк немного грязный, конечно, но так не обращайте внимания. Что можно сказать? По прошествию 2 лет я на нем накатал 20 тысяч километров примерно. Сейчас я покажу. Вот видите, да, почти 20 тысяч. Уже надо менять масло, но это было где-то на 19,5 уже. Что же я заменил за эти 20 тысяч километров? Вообще в целом по обслуживанию расскажу. Один раз менял задний баллон, потому что он полностью износился на 10 тысячах. И сейчас вот подходит уже к 20-ке, и второй баллон скоро тоже придется менять. Поставил Dunlop. До этого здесь стояли Maxxis покрышки, вот как спереди. Спереди, кстати, баллон так и не менял. Вот он, Maxxis оригинальный стоит. Пока еще нормально. Но я думаю, тоже скоро вместе с задним буду его менять. Как вы видите, здесь от того, что, видимо, резина уже высохла, я не знаю, ну, в общем, иссохлась вот эта гофра и немного расслоилась. Что одна, что вторая. Вот там вторая также расслоилась. Но это не проблема. Эти гофры стоят примерно рублей 500-700 в этом магазине запчастей. Единственное, только их там менять немного геморно, надо снимать полностью амортизаторы отсюда. Что еще произошло здесь? Ну, масло менял 6 раз, каждые 3000 километров примерно. Наклеил немного вот полоски на колеса. В оригинале их не было. Светоотражающие тоже. Я думаю, для безопасности нормально. Ну и в целом все. Я здесь вообще ничего не делал. Как некоторые делают, там, например, ну, глушитель ставят какой-то навороченный, тюнингованный. Амортизатор меняет или фильтр там какой-нибудь, этот нулевик ставит, чтобы там лучше тянул. Я этого ничего не делал. То есть все стандартное. Меня все устраивает. Что касается тормозов, несмотря на то, что они здесь барабанные сзади, они хорошо тормозят, никаких нареканий нет. Спереди стоят дисковые тормоза, но диск еще, ну, еще более чем живой, то есть менять его совершенно не требуется. Там 0,5 миллиметра всего износ. А колодки передние я менял уже где-то 2 раза. То есть оригинальные до 6000 где-то так проходили, потом после я заменил на тюнингованные. Такие уже покрепче поставил, где-то около 6-7 они проходили. И еще раз поменял их на тоже приближенные к оригинальным, но получше состав там. И вот до сих пор я на них езжу. Но тоже, я думаю, где-то на 22-24 я, наверное, буду менять их. Также в планах поменять ремень. На 20 тысячах его нужно менять по регламенту. И менять фильтр буду воздушный, даже несмотря на то, что у него не такая большая загрязненность, я проверял, но все равно по регламенту там
нужно поменять его. Будем менять. Они стоят не так дорого. Ремень стоит порядка где-то 1000-1500 йен. Это где-то 700 рублей. Вот. Можно, конечно, и какие-то гоночные найти, но нахрен не надо. Буду все стандартно ставить. Да. Ну, что можно сказать. По опыту эксплуатации. Вот этот пол, то, что снизу достаточно много места, очень хороший, мне понравился. Здесь места хватает поместить практически любой груз, который я перевозил. Очень удобно. Вот если мотоциклы есть PCX, да, мопеды, точнее, там 125 кубов, у них там стоит этот, ну, типа туннель здесь идет, и сюда ничего не поставишь. Ну, вот эти вот мопеды, в которых можно что-то поставить между ног, очень хорошие прям грузовые мопеды. На них можно реально возить много. Если, к примеру, сзади вот сюда вот не более там 6 килограмм можно грузить, в бардачок сюда под сиденье не более 10 килограмм, то сюда можно 20 и более ставить, и ничего ему не будет. Ну, я, конечно, не такой зверь, зачем мне столько много ставить, но около десятки, 15 я сюда ставил. Килограмм без проблем перевозит. Очень удобный бак сделанный. Как вы видите, да, открывается отсюда. Прям намного удобнее, чем те баки, которые под сиденьем находятся. Есть мотоциклы или мопеды. Прям приезжаешь, открыл и тут же с колонки залил. Не надо ничего сиденья поднимать, особенно если у тебя здесь груз. А у меня частенько такое бывало, что здесь груз стоит, здесь еще что-то забито, например, тоже какими-то шмотками. А заливаешь отсюда и ничего не мешает. Это большой плюс. Зарядка USB-шная тоже хорошая, мне нравится. Там, правда, 1 ампер, она не так быстро заряжает, как хотелось бы. Но этого хватает, чтобы телефон заряжался во время езды и при этом работал навигатор. Очень удобно. Подогрев руля очень часто пользовался во время зимних покатушек или во время холодных дней. Тут 5 позиций, очень удобные. Руки вообще не мерзнут, особенно на 5-й позиции, там в минус даже можно ездить спокойно. Сиденье тоже вообще шикарное, подогрев идет. И удобно сидеть, и подогрев есть. Мне нравится. Вот, то есть, но единственное, что он здесь только одного уровня. То есть включаешь, и он по максималке греет. И это, конечно, иногда перебор. Но можно регулировать. Включил, выключил. И таким образом жопа подгорать не будет, скажем так. Здесь вы, как видите, некоторые доработки в виде всяких скотчей и ленты тут я сделал. Это для навигатора. Я сюда его ставил, чтобы не поцарапал пластик. И здесь был провод, как раз шел сюда вниз на прикуриватель, на зарядку. Для того, чтобы пластик оставался целым. Также здесь, где соприкасаются ключи, ну, скажем так, с пластиком, я сделал тоже небольшой такой вот усовершенствование с помощью изоленты. Ну, как вы видите, она уже потерта так изрядно, эта изолента. Но при этом пластик под ней в хорошем состоянии. Здесь помещается бутылка воды, либо там тряпка, или еще что-то. Ну, я сюда еще, ну, этот шланг. Шланг нет. Я сюда еще кабель зарядки кидаю. Для того, чтобы его дождь не намочил. Потому что во время дождя, когда едешь, ну, вода сюда летит. Если будет кабель здесь снизу свисать просто, то он быстро заржавеет. А так очень удобно. Спрятал и все. Ставил, пробовал зеркала и тюнингованные ставить, но скажу так, что тюнингованных ни хрена не видно. Родные зеркала очень хорошие. Я их в итоге вернул. И меня устраивает полностью. Родные зеркала вообще никаких проблем, нареканий не вызывают. Касательно света, что можно сказать, это очень хороший свет, мне очень нравится, намного лучше, чем даже в многих мотоциклах, модификации там до 2005 года, и светит отлично, оптика ледовская, жрет мало и видно хорошо,
классная штука. Сам мопед, ну вообще скутер небольшой, размер его, ну тут не более 1,5 метра, как видите, в длину. Очень удобно и маневренно получается он. То есть в отличие от больших сигнусов, в которых там жопа где-то сантиметров на 10 шире, то есть она где-то вот такая вот идет до сюда и вот до сюда. На нем очень удобно ездить и в пробках, и где-то маневрировать между машин, где-то в узких местах проезжать. Это очень хороший мопед в плане именно тоже размеров. Мне понравилось, как он вообще идет, динамика разгона, плюс еще его маневренность. Также он легкий, около 100 килограмм примерно он весит. И достаточно грузоподъемный. Это большой плюс. Ну а что еще нужно от скутера? Я его брал изначально как раз для того, чтобы перевозить какие-либо вещи. В магазины ездить за продуктами. Возможно, какой-то небольшой дальняк так с вещами положить. По дорогам он едет вообще отлично. По бездорожью я на нем не пробовал ездить. Да и колеса не предназначены для этого. Я думаю, не стоит на нем ездить по бездорожью. Но хотя, если травы скользкой не будет, такой песок или гравий, то без проблем, я думаю, проедет. Ну и немного про расход. Расход бензина у него примерно 2 литра на 100 километров, около того. Там плюс-минус, смотря как гашетку открывать. Ну, это очень приемлемый расход, меня устраивает. 2 литра, я считаю, на этом баке, там бак 5,5 литров, я проезжаю примерно 220, ну что-то около того, 220-230 километров. Вообще отличная штука, и не так часто надо заправлять, как вот некоторые маленькие мопеды, типа Honda Cup, у них бак всего там, по-моему, на 3,7 литра, ну то есть маленький, и вот его надо чаще заправлять. Мой синий байк, вот этот Offroad DRZ-400, у него бак на 7 литров, но при этом он жрет до хрена. И его надо заправлять каждые 130 километров. И это, конечно, большая разница, я вам скажу. Даже вот по городу, если ездишь, что такое 100 километров? Мне вот, считай, в одну сторону только с ракет надо до работы доехать. Где-то когда как, когда 30, когда 40, в зависимости от того, какое место едем. И если бак будет рассчитан всего на 130 километров, то придется заправляться очень часто. То есть либо туда-обратно съездил, заправился, либо туда-обратно туда съездил, опять заправился. Но это неудобно. А здесь прям вообще отлично. Динамика, я вам скажу, у этого мопеда, ну, наравне где-то с 200-ми скутерами, 150-ми, 200-ками скутерами. Из-за того, что у него маленькие колеса, ну как маленькие, это диски десятки, но покрышки сами толстые. И примерно около 14, где-то так 15 дюймов выходит общий вот радиус вот покрышки внешний. Очень хороший крутящий момент, с места прям быстро разгоняется. Если сравнивать их с Cygnus или PCX, адрес самый слабый по динамике разгона. PCX потом идет после адреса, он чуть-чуть побыстрее. А вот этот Swish, он примерно как Cygnus. Ну, в зависимости от того, кто как обкатал и какие тюнинги ставил. Но если на стоках, они примерно одинаково с Cygnus разгоняются. Поэтому не вижу смысла переплачивать за Cygnus. Хоть Cygnus стоит чуть-чуть подороже, чем вот Swish. Но при этом у Cygnus нету подогрева руля и подогрева сиденья. Здесь это Limited Edition. Кстати, такой прикол, что эти мопеды Limited Edition, да и вообще в целом свищи, раскупили практически за год. Вот не поверите, в Японии, то есть обычно нет такого ажиотажа на 125-кубовые, там какие-то новые модели. А эти раскупили прям и вообще нету ни хрена. То есть я проверял. Сайт вот буквально недавно искал для друга тоже мопед. Нету новых, все, не продают. Ну, в частности, вот Limited Edition вообще закончились. Даже бушные сложно найти. А с обычными, ну, новые есть, но они очень далеко, там в отдаленных префектурах где-то остались.
Вот здесь в Канто, там Токио, рядом с ним нету. И такие вот братисы бэушные, то ну, там пробег примерно 3-6, может, до 10 тысяч километров. Они по виду как новые, но смотря как там обкатывать, конечно, все зависит от обкатки. Я обкатывал по правилам, как надо, не открывал ручку газа там больше половины в течение там первой тысячи километров. Это, конечно, немного геморройно с точки зрения вот, передвижения, вот, очень медленно ехать приходится, но зато после правильной обкатки мопед уже хорошо бегает и без проблем можно эксплуатировать. Масло я туда заливаю синтетику, MA2 от Suzuki, это EC Star, он называется, по-моему, 5000 модель масла ME2. Да, синтетическое, где-то литр стоит порядка 2000 йен, где-то, да, 2000 йен. На рубли это 1000 рублей, примерно так, литр масла. Ну, что, хорошее масло, я всегда сливал его, да, оно было немного черное, но не так прям, что оно вот засиралось быстро. После 3000 они еще такое, ну, немного темное, темно-коричневое. Не сказать, что прям чернота. Поэтому можно даже чуть попозже менять, конечно, и думаю, на 4000 менять не проблема. Но я выставил 3000, и мне устраивает. Ну вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А также пишите комментарии, то, что вы хотели бы узнать или спросить у меня. Я обязательно отвечу. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я буду публиковать все изменения о канале и новые видео. Ну все, до новых встреч, увидимся.